Ну что, привет, мои дорогие! Здравствуйте! Ой! Ну, в общем, никогда ничего не может пройти у меня спокойно. То есть, что-то да заляпать, да я-то да должна. Поменять стоп-лист. Хотя оставлю. Пусть будет, я все исправлю. Без паники. Это творчество. Нарисуем с вами мороженое Франкенштейн. И для того, чтобы нарисовать мороженое Франкенштейн, мне понадобится салатовый цвет, зеленый, темный, значит, желтый, охра. Не знаю, кому показала, наверное, себе-то я показала. Настроение фуксию возьму еще фиолетовый свой. Фиолетовый, в общем, цвет, ребят. Водичка, кисточки, бумажка. Вроде руки помыла, а дотронулась до черной красочки, которая нам тоже понадобится, сразу заляпалась и заляпалась. И все. И заляпала лист. Заодно и лист заляпала. Поехали. Значит, я возьму круглую кисточку, да зелененький свой вот такой вот цвет. Наложу его на палитрочку. Смешаю его с желтым цветом, тоже вот накладываю его на палитрочку, смешиваю. Салатовый хочу, дай салатовый мне, зеленый Франкенштейн, зеленый салатовый. Вот смотрите, примерно вот такой вот классный зелененький салатовенький цвет у меня получается. И значит, я рисую теперь. Должна теперь я нарисовать такую вот, смотрите, историю. Я отмечу себе, здесь будет кончик моего мороженого, а здесь будет его верх. Да? Примерно, вам нужно будет овальное такое, поэтому я рисую здесь половину овала мороженого. Вот так вот. Половину овала. И здесь еще хочу желтый сделать цвет. И здесь еще я дорисовываю вот так вот. Тоже овал, но не до конца. А здесь, смотрите, я так чирин. То есть его уже откусил кто-то. Да? То есть эту часть кто-то откусил. Вот так. И смотрите, своим вот этим вот зеленым я закрашиваю вот здесь, вот так вот. Намешанным своим зеленым я здесь вот так закрашиваю. И затем я беру желтый и здесь закрашиваю желтым. Но все это дело я вот так подмешиваю. Вот здесь пока все по-сухому, вот пускай оно подмешивается, вот смотрите, такое дело. Чуть-чуть еще делаю свет. Я что-то вот на таком вот фоне. Потом вот здесь зеленый этот. Ага. Промываю кисточку. Кисточку. Беру мой зелененький не смешанный. И вот здесь еще накладываю его не смешанный. И подмешиваю сразу по-мокренькому все это. Подмешиваю по-мокренькому. Вот так. Хочется втыкнуть в закрытую банку. Просто космос, честно. Мой улетает голова, моя голова в космос куда-то. В космос. Так, хорошо. Темно-зеленый. Если нет, темним. Темно-зеленый. Здесь вот по самому краешку, смотрите. Вот буквально прям вот
вот тут по краешку наложу темный зеленый. Промываю, обсушиваю и вот прям полосухой. Нужно подождать, чтобы подсохло, ну да ладно. Прям вот еще добавлю, прям просто вот, вот так вот. Вот так вот. Да. Вот так вот. А мороженое наше внутри может быть, кстати, вот тут вот таким давайте. Оп, оп. Пока чуть-чуть желтеньким, прям пока все мокренько, желтеньким мы этот вот надкуста и выделим еще. Но это так. Это так я тут придумала мороженое Франкенштейна. А глазурь-то я забыла на мороженое. Забыла глазурь. Надо это дело как-то нам исправлять. Ждем, пока все это подсохнет. И рисуем пока что ножку. Внизу вот берем. Как же я так? Как же я так? Ну, не бывает у меня без приключений, ребят. Ни одного, честно, слова рисунка, вот ножечку добавили, без приключений у меня почему-то не получается. С охрой смешиваю желтый, чуть-чуть подмешиваю, и здесь вот добавлю чуть-чуть, вот придется взять белый. Белый беру. Белый подмешиваю в охру. Свет надо сделать, объем, чтобы был. Так жалко, я так старалась, так красиво получилось у меня вот это все. Значит, я буду ждать и буду ложить сверху, потому что фиолетовый цвет, он темный, и он хорошо мне закроет. То есть я перекрою просто сверху. Можно не перекрывать, можно вот так все это дело и оставить, просто дорисовать глаза, уши, и будет тоже очень-очень просто и классно. Но я хочу, чтобы глазурь была, это как раз заменит, как волосы заменит волосы. Иду посушу, ребят. Феном, сейчас вернусь. Я высушила. Когда я сушила, я думала, как же сделать. И выберите фиолетовый. А я беру свой вот этот цвет. Новый, который уже, кажется, быстро засохнет. Ну, никогда не знаешь, что покупаешь. Попытаем. Так, наберу вот. Просто кисточкой наберу. Буду оживлять. Беру. Угу. Так, вот мой цвет. Водички туда. Воды. Чистый. Возьму чистый этот цвет. Чистый. И буду делать. Знаете, я добавлю в это все чуть-чуть светленького цвета. Светленького это в смысле я имела в виду белого. Вот здесь отложу. И так, чтобы мне немного, вот будет, это, знаете, мне надо чуть посветлее, для того, чтобы я могла с натуральным этим цветом сделать потом тень. Надо же будет взять объем. Так, поехали, смотрите, и вы можете посветлить фиолетовый тоже у себя. Если и такой цвет метить, можете синий взять, красный, не знаю, какой хотите. В общем, ну, что зеленое лицо, это класс. А сейчас мы будем делать волос. Смотрите, глазурь потекла. Краской рисуем, вот она. Раз, потекла поверху, да? Туда-сюда не мешать, самое главное сейчас не наделать делов. И вот сюда потекла. Намечу маловато краски. Может быть, я справлюсь. Так, и вот оно, чик. И сюда как-то, вот оно вытекло. Поменьше водички, чтобы погуще краска была и не подмешалась мне снизу. Я думаю, что же мне тут так-то что-то делаю, и такая, что тут, что-то мне не то. А потом, оказывается, все, я поняла, что мне тут не то. Давайте вот обведем наш укус вот так. Наш укус. Так, вот. Глазурь потекла. Туда закрашу. Это пускай остается зеленое. Ничего там, внутри оно зеленое. Вот, смотрите, глазурь. Чуть-чуть даже наложу побольше. Вот так. И тут кто-то, ну, кончик остренький. Давайте красиво, чтобы было. Хряк. Хорошо, хряк.
еще высветляю, вот прям охры добавлю, вот болото в палитре. Но я пользуюсь цветами, которые я имею, в принципе, в палитре. Это 30 раз. Укус делаем вот этот вот. Вот, откусили. Кто-то откусил. Еще поярче все сделаем. Все будет поярче, не переживайте. Так, теперь это как свет-тень. Попробуем вот эту вот. Тут не подсохло, но сейчас вот натуральный вот этот вот цвет, без примесей каких-то белых. Вот на кисточку набираю. Может, у меня очень громко играет хэллоуиновская музыка для фона. И давайте вот здесь я сделаю так, хоп, вот тень. Так, и здесь добавлю. И здесь тоже. С одной стороны. Ой, смотрите, как густо наложилось. Так вот, тень. Вложила. И, наверное, все-таки еще добавим свет тоже на наши детальки. Это значит что? Это значит то, что я беру белый. И то, что у меня было еще белым, я еще выбелю. Вот еще. Выбелю. Вот. Еще сделаю посветлее. И сделаю вот, ой, посветлее. Смотрите, посветлее. Сделаю вот здесь вот. Оп. Свет. Вот так вот. Свет. Белый еще наложить надо. Белый мне, белый. Белый. Где-то тут наложу на палитре кисть. Вот смотрите, вот, вот просто я ничего не делала. Я просто ставила кисточку в баночку. Как это получилось? Я не понимаю. Не понимаю, как это и что. Какая родилась, так сказать. Вот. И здесь давайте чуть-чуть, хоп, еще добавим такой вот. Более, чтобы наш укус был более такой выраженный, да, вот как-то укушенная морожка уже. Так, вернемся к нашему кушам. Поехали, раз. Кружочки сейчас нарисуем с двух сторон, овальные такие вот. Так, с другой стороны примерно там же. Вот, нарисовали. И сюда приставили к голове. Приставили вот так, вонзили в мозг. Вонзили. Те темную берем, темненький цвет, вот темненький то же самое. Раз, с одной стороны. И давайте сделаем вот здесь тоже с другой стороны. И здесь по палочке сверху еще. Ой, как громко заиграла музыка. Ну, ничего. Так, желтый теперь я возьму еще желтый. И желтым я хочу сделать здесь такой вот. Рефлексик чуть-чуть, смотрите. Хоп. Вот так вот. Аккуратненько. Делаем рефлексик. О, ну конечно, ну просто, конечно, да. Конечно, обязательно это должно случиться. Смотрите. Мы теперь должны сделать тень под нашей, значит, под нашим желе, которое стекло. Мы там должны сделать тень. И тень мы давайте сделаем. Я возьму черненький цвет. Черненький, прям черненький. И подмешаю. Хотя нужно сделать темно-зеленый. И вот зелененький подмешаю черненький. Ну вот что-то такое, какой-то вот такой оттеночек получился. И я очень аккуратненько вот с одной стороны, смотрите, вот здесь раз. Потоньше у меня кисточка. И вот здесь вот. Раз. Я сделаю тень. Смотрите. Оп. Так. Здесь подтекло. Ну, как-то вот. Даже вот. Вот, сделаю тень. Смотрите. По-моему, хорошо получится. Очень неплохо. Смотрите, теперь мы с вами должны сделать. Вот, давайте сделаем таких вот. Два зеленых круга. Раз и два. Такие побольше, вот подольше. Поводите подольше. Круги побольше. Поводите подольше. Пусть сохнут. Пусть сохнут. Так, делаем грустного или веселого? Грустного или веселого?
Черненькую красочку я беру. И давайте нанесем шрам. Шрам. Раз. О, зашили-то его. И шрам давайте сделаем. Оп. Так. Тоже шрам. Грустного или веселого? Давайте веселого. Что ж это? Опа. Веселый будет у нас Франкенштайн. И где-то давайте ему шрамчик поменьше сделаем. Вот такой какой-то. Класс, черным нам нарисовать глаза ему. Здесь вот что-то надо как-то подправить, что ли. Так. Девочку мы из него делать не будем. Глаза. Сушим все. Должно все высохнуть. Иду сушить. Иду сушить, не хочу портить рисунок. Иду сушить. Высушила. Продолжу черную красочку использовать. Черную красочку. Высушила. Зрачки черные. Вот. Аж как сквишек получается у нас. Все окей. Два черных кружочка, ребят, рисуем. Два черных кружочка. Пока эти черные кружочки у нас сохнут, он еще не смотрит, еще, так сказать, не видит. Не видит, не смотрит. Мы давайте, и у нас же должны быть. Вот белый есть у меня. И сделаю я промою хорошо кисточку. Должно, как это называется? Это сахарные такие горошки на пончиках. Ну, в принципе, не важно. И я сделаю такие не произвольно, точнее, вот. Смотрите, произвольно. Такие сделаю белые. Как это? Можно даже укусы подвыделить. Оп. Где-то здесь такой пусть торчит. Как это называется? Белые горошки. Кто-то не белые, не цветные. Не конфетти. Конфетти — это что-то иное. Но эти штучки их называют. Ну, бог там с этим названием-то. Вот белые я сделаю и сделаю еще желтые. Желтые вот такие какие-то. Желтые бубочки. Сладкие такие, они из сахара. Горошины. Так, и теперь под каждой горошинкой еще чуть-чуть мы должны придать объем. И поэтому я возьму и сделаю еще под каждой горошинкой. А я возьму, да, я да, такой, знаете, черный, но красочки поменьше, чтобы вот так пожиже, что ли. Но не слишком жестко, чтобы не размазать тень. Вот как-то вот, смотрите, вот раз-раз, вот она такая более, ну, не жидковато такая, хорошо. Попробую. Кисточка большая у меня. За большая кисть. Маленькую. Чуть-чуть просто такую поставить. Оп. Такую тень подметить немножечко. Под каждой. Аккуратненько так затемнить, чтобы немножечко появился объем. Немножечко, что не там, то они были более лежат на Франкенштейне. Так, белый.
Белый, белый цвет. Ну-ка, вдыхаем жизнь-то. И еще чуть-чуть. Оп. И оп. Вот смотрите, какой. Ай! Какой замечательный. Хотела сказать, сквишек получился. Он, конечно, замечательный, но я все-таки хочу придать ему еще немножечко. Вот. Сюда. Это все подсохло, все сухое. И блика давайте ему добавим. Здесь вот раз. Вот, смотрите, теперь он вкусный. Теперь это хочется взять и съесть. И все-таки еще это не конец. Есть остались-то немножечко точечки мои. Хорошие, любимые точечки. Я попытаюсь это все дело исправить. Может, испорчу, а может, я думаю, что нет. Вот я сделаю такой легкий, вот, смотрите, набрызг. Постараюсь на фоне только вот черный сделаю. Вот черный. Такой вот просто кисточку взяла, никаких не щетинок, а грязную черную кисточку. Подзабрызгаю, это будет весело. Конфетти такое нарисую. Вот. И беленькое возьму, сделаю. Тоже. И беленькое. Беленькое, беленькое. Аккуратненько вот так, более цельно. И вот еще, может, будет поярче чуть-чуть мне. Так это все спуталось, и вот брызгай кисточка. Щетинка, она, конечно, получше. Наверное, надо брать фуксию. Не белую, а вот фуксию. Чуть-чуть пожиже должна быть красочка на кисточке. Вот, смотрите, фуксия смотрится хорошо. Еще. Еще, еще. Прям с палитры вот собираю, что попадается. Хочу просто исправиться. Если вы не намазали, не надо. А хотите, можете и набрызгать заодно. Это вот выход из положения надо искать, конечно, всегда. В любой ситуации. И не видать там моей фуксии ничего. Ну, сейчас будет видать. Сейчас я как набрызгаю, что точно будет видать. Так. Вот так. Угу. Опасно, опасно, боюсь. Вот, смотрите, чуть-чуть фуксия, но она как-то сливается с черным. Ну, в общей сложности вот такой рисуночек должен у вас получиться. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, тоже ставьте лайк. Пишите в комментариях, нравится вам, не нравится. Надеюсь, получилось тоже классно, легко, быстро. Все, в общем, ребят, до новых встреч. Вот так.